Приветствуем вас на канале Gesit.com. Вы смотрите видеоверсию итогового обзора внешнего привода Blu-ray Asus Impresario SBW S1 Pro. Далеко не всегда совмещение в одном устройстве разных функциональных возможностей бывает реализовано на надлежащем уровне. Но Asus Impresario SBW S1 Pro может служить отличным примером для подражания. В компактном и очень элегантном корпусе инженерам удалось воплотить оптический привод с поддержкой функций чтения и записи дисков CD, DVD и Blu-ray, а также звуковую карту с поддержкой высокоумных студийных наушников и возможность воспроизведения объемного звука даже с помощью двухканальной акустики или обычной гарнитуры. Сам процесс чтения и записи оптических носителей не вызвал никаких ошибок. Справилась новинка даже со чтением поцарапанного DVD-диска. А при воспроизведении мультимедиа с оптического носителя скорость его вращения умышленно снижается, дабы уменьшить создаваемый в процессе шум и вибрацию. В составе звуковой карты Asus Impresario SBW S1 Pro используются качественные компоненты. Их возможностей достаточно, чтобы по объективным показателям бенчмарка Rite Mark Audio Analyzer определить звуковые кодеки начального уровня. К тому же полезная ПО в комплекте, удобство подключения многоканальной акустики и возможность регулировки уровня усиления сигнала помогут склонить сомневающихся покупателя к приобретению данного устройства. Подробнее об этом замечательном устройстве читайте в обзоре по ссылке из описания видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!